На месте прошлогодней аварии камер гашения напорного коллектора в Щелкове в микрорайоне Богородский побывал первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов. Ему доложили, что здесь были оперативно устранены последствия аварии. На объекте сейчас временные тенты устроены для того, чтобы запахи в атмосферу не уходили, для того, чтобы все услуги оказывались качественные. Мы это проверили, подтвердили лабораторными исследованиями. И уже в спокойном плановом режиме до конца года целиком завершим восстановление этого объекта. При этом этот ход работ никак не влияет на качество оказываемых жителям услуг. Восстановление герметичности железобетонных перекрытий в камерах гашения напорного коллектора выполнят специалисты межрайонного Щелковского водоканала. Для безопасности жителей территория будет огорожена и на ней появится видеонаблюдение. В ходе дальнейших ремонтных работ здесь будут оборудованы биофильтры для очистки воздуха. Все должны понимать, что то, что произошло, сначала не нарушило никакие технологические процессы, все работает, все канализационные стоки поступают непосредственно в очистные сооружения. Основные проблемы, конечно, были решены. На сегодня, я считаю, угрозы прилежащим домам, жителям нету. Александр Фисенко сообщил, что сейчас подготовлена документация для проведения конкурса и заключения контракта на выполнение ремонтных работ перекрытий камер. Они будут восстановлены в четвертом квартале этого года. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.